Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовное наставление святых отцов. Архимандрит Тихон Агриков. Свет духовный. Есть такой дивный рассказ, как один больной человек сильно страдал тяжелым недугом. Он даже много роптал на свою злосчастную судьбу. Вот однажды явился ему ангел Божий и сказал: «Трудно тебе так страдать. Вот и выбирай одно из двух. Или 30 лет еще болеть на земле, или 3 часа побывать в аду, вечном, непроницаемом, адском мраке». Тогда несчастный страдалец вдруг выбрал последнее. Он сказал себе: «Лучше уж проведу 3 часа в аду, нежели еще долгих 30 лет терпеть на земле такие тяжкие, тяжкие страдания». Ангел тихо улыбнулся ему и, взмахнув крыльями, в мгновение ока перенес его в кромешную адскую тьму. Это была глубокая пропасть, куда никогда не проникал и малый луч света. Можем ли мы, мой милый друг, хотя бы на мгновение представить себе эту страшную адскую темницу? Оставляя несчастного в аду, ангел тихо лишь сказал: «Через час приду проведать». И скрылся, как молния, блеснув в вышине. Страдалец остался один. Он сразу почувствовал себя самым несчастным из всех людей. Адский мрак, как железным кольцом или тисками, сковал его члены. Невыразимо жуткое, необъяснимое чувство стало немилосердно терзать его душу. К тому же он услышал, как со всех сторон раздаются вопли и стенания узников ада. То раздавался страшный звериный вой, то крик о помощи и плач человеческой души, то зловещий скрежет. Что только пережил несчастный узник, находясь в непроницаемом адском мраке. Ему показалось, что прошло уже, по крайней мере, полгода, а то и год со времени его заключения. Он даже разочаровался в верности сказанных ему ангелом слов. «Неужели и ангел может обманывать?» – подумал он и безутешно заплакал. В эту минуту в вышине блеснула струйка молнии. Пред ним стоял ангел. Бедняга-узник готов был разразиться укором за невыполнение ангелом обещания. «Минул только один час», – тихо улыбаясь, сказал небожитель. «Еще 2 часа тебе оставаться здесь», добавил он сочувственно. Страдалец взмолился. Он не может здесь оставаться ни на одно мгновение. У него не осталось сил дальше сносить эти адские муки. Ему уже казалось, что он провел здесь многие-многие-многие годы. «Лучше я буду 30 лет, да или больше, страдать на земле, чем останусь здесь хотя бы на одну минуту». Ангел взмахнул крыльями, и больной оказался на своей постели, где он терпеливо и безропотно переносил свой тяжкий недуг еще не один десяток лет. Страшный рассказ, даже и очень-очень страшный. Это настоящая действительность, которая существует там, где отсутствует тихий свет Христов. Тяжело жить во мраке, и очень тяжело не видеть долга Божьего света. Но вот бывают такие несчастные и достойные сожаления души, которые годами лишены света. Разве ты, мой милый друг и дитя, не встречал слепцов, которые от рождения находятся в непроницаемой ночи и не видят белого света? Разве ты не сочувствуешь им? Разве ты их не жалеешь? А если до сих пор не жалел, то пожалей как самых жалких и бедных людей, лишенных счастья видеть Божий свет. И думая о несчастной участи этих слепцов, горячо благодари Бога за бесценный дар – свет Божий. Но кроме света физического есть свет духовный, кроме мрака вещественного есть мрак более страшный, невещественный. Страшно жить без света телесного, но еще страшнее и ужаснее не иметь света духовного, обновления духа. Свет Христов просвещает всех. Свети тихий,
святые славы. Душа человеческая всегда стремится к свету обновления, как цветочек тянется к теплому солнцу. А без этого Христова света душа увядает, замирает, главное, грубеет. Нежная красота, благородство, изящество жизни, прелесть бытия, обновления – все это возможно только Христом, светом благодатным, божественным, тихим и неугасающим. В нем вся полнота и свежесть жизни, вечная радость, бесконечное наслаждение. Схиеромонах Парфений Киевский закрылся в глухой маленькой келье, и единственное маленькое оконце ее он заложил иконой Божьей Матери с предвечным младенцем. «Зачем мне свет чувственный?» — говорил старец. «Для меня лучше и краше свет благодатный». И он добровольно жил в темноте. Иов Почаевский, Сергий Радонежский и многие другие почитали ни за что свет вещественный, и всецело устремлялись к свету духовному, свету благодатному. Да, были и теперь есть люди, которые добровольно отказались от света солнечного как большого земного счастья для человека, и прежде всего искали и ищут света благодатного Христова, ищут обновления. Из духовных поучений архимандрита Тихона Агрикова. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.